Тюмени проходит областной чемпионат по легкой атлетике. Медали разыгрывают более 200 спортсменов. Сильно всегда выступает Тюмень, Тобольск, Ишим. Викулов приводит сильную команду. В общем, у нас, в принципе, где есть стадионы большие, там, в принципе, легкая атлетика есть. Тюменка Софья Питерова стала лучшей в прыжках в высоту среди девушек до 18 лет. Она взяла планку 155 сантиметров. Не знаю, может, настроилась. Вроде, в принципе, хорошо прыгалась, день такой хороший, ноги были в тонусе. В общем, все сошлось. Высоту я давно не прыгала, потому что там и травмы были. Ну, это, в принципе, начало сезона летнего, поэтому это очень даже хороший результат. Чемпион области со 2 по 6 июня отправится в Челябинск на первенство Уральского федерального округа.